3 года 100 отремонтированных сельских клубов. В Акмолинской области активно приводят в порядок объекты культуры. Местные дети и подростки уже посещают кружки в обновленных зданиях. Сейчас на реконструкции еще 15. За культурным ренессансом наблюдал Ергали Рамазанула. Это дом культуры села Айдабол Зериндинского района. Его ввели в эксплуатацию только в этом году. Проект обошелся в 140 миллионов тенге, но настоящая ценность для детей – это возможность посещать многочисленные кружки и развиваться. Сюда переехала сельская библиотека. Раньше они снимали помещение у частного предприятия. Мы планируем запустить здесь новый сельский клуб. Помимо этого, в планах открыть студию танца и хореографии. В следующем году запустим также большой зрительный зал на 200 мест. В регионе требуют ремонта порядка 60 объектов культуры. Большинство из них расположены в отдаленных селах. В местном управлении культуры заверили, необходимые работы уже запланированы. В этом году в Акмолинской области был проведен текущий и капитальный ремонт 14 культурных объектов на общую сумму 1 миллиард 100 тысяч тенге. Три из них отремонтированы по программе «Ауыл ЕЛБСГ». В целом динамика ремонтных работ в последние годы хорошая. Планируется текущий и капитальный ремонт во многих зданиях и помещениях. Общее число культурных объектов в регионе превышает 600. До 2025 года их количество увеличится еще на 10. Ергали Рамазанула, Астана Таймс, Акмолинская область.